Итак, добрый вечер, 14 ноября 2011 год. Я пришла сегодня, мне одели на руку вот такую вот штуку, потому что я буду встречаться с президентом Клинтоном. Для того, чтобы встретиться с ним, чтобы он расписался на учебнике, в смысле на книжке, мне пришлось купить его книгу, и мне дали вот такой ресит. Это стоило всего $17. Но я думаю, ладно, бог с ним, оно того стоит. $17, мне заодно нечего сейчас читать. Я думаю, ладно. Через 2 часа Клинтон будет здесь. И вот здесь вот эта команда 9-го канала, по-моему. Ой, я спрошу, какой канал? В общем, я только что давала им интервью. Они подходят к мужчине, который сидит на стульчике, и говорят: ты приехал сюда, вот этот, хоть какой канал? Канал номер. Вот этот дяденька только что мне брал. 35-й канал, Фокс. Вот этого мужчины только что он спрашивал, задавал ему вопрос. Говорит: ты приехал в Санкт-Петербург и ночевал здесь всю ночь, чтобы увидеть Клинтона. Почему? Ну и траля-ля 3 рубля. Они закончили, и я говорю, подожди секундочку, я приехала с Украины, чтобы встретиться с Биллом Клинтоном, а мы с ним до этого разговаривали, минут 5 назад встретились, ага, еги. А он такой: давай, говорит, мы тебя тоже возьмем интервью. Я говорю: с удовольствием. Ну, он говорит: ну, я не знаю, что там я рассказывала. Сегодня в 10 часов вечера я буду по телевизору, он сказал. Он говорит: можешь себя смотреть по телевизору. В общем, еще что. Меня предупредили, что если я буду встречаться, ну, нести книгу на подпись Клинтону, я не могу с собой нести никаких вещей. Ни видео, ничего. Я только что вот этой девочке, вот девочка в желтом платье, она тоже с телевидения. Я ей только что рассказывала. Я говорю: как же так? Я позавчера обнималась с мэром города, он сам ко мне подошел, сам меня так хагнул, обнял. Я говорю: почему же я не могу снять этого Клинтона? Говорю: у меня есть свой канал, и я как бы людям пообещала, что я его сниму. Она говорит: я не знаю. Вот сейчас опять снимают. Меня еще снимают. Все, пока.